Всем привет! Как меня слышно? Поставьте плюсики, как-то отреагируйте, если со звуком все в порядке. Так, отлично. Приветствую. Привет, Дарья. Привет, Мульти. Так, хорошо. Все. Достаточно. Ну что, злободневная тема, посвященная ХДР-кам. Многие из вас с этим сталкивались, когда пытались осветить интерьер, экстерьер ХДР-кой. Множитель, как правило, подбирается от балды, и, соответственно, нет никакой ясности, как с этим жить. Соответственно, заявил тему, что сделал небольшое открытие, но это можно с натяжкой назвать открытием, по крайней мере, данного решения в интернетах как можно быстро и корректно в большинстве своем случаев подобрать множитель для HDR-ки в рамках работы с движком V-Ray. С чего начну? Ну, видно в истории фреймбуфера куча разноцветных картинок. Это я проводил тесты. Первое, что следует знать, по крайней мере на данном этапе, на котором я остановился в плане изучения и организации работы с HDR-кой, это перестать пользоваться V-Ray HDR-i, то есть той нодой, который изначально предполагает во всех стандартных случаях подгрузку HDR-карты. Объясню почему. Потому что вот этот множитель, который мы подбираем, либо уменьшаем, либо увеличиваем, в зависимости от ситуации, он просто измеряется в попугаях. Это большой косяк, в принципе, Влада, разработчика V-Ray. Он многие вещи V-Ray любит измерять в непонятных единицах, в непонятных попугаях. И, соответственно, страдаем мы, конечные пользователи. Поэтому первое, что важно, перестать работать, по крайней мере, на данном этапе, пока либо я не нашел эквивалент вот этим попугаям, либо Влада пересмотрит этот множитель и сделает его, скажем так, более адекватно измеряемым. То есть, как другим способом загрузить HDR-ку? Ну, естественно, через стандартную ноду Bitmap. Все просто, делаем следующие манипуляции, выбираем Bitmap и подгружаем любую понравившуюся нам HDR-ку. И изначально заявленная тема стрима – это как правильно выставить и быстро выставить множитель для HDR-ки и как правильно определить, насколько эта HDR-ка качественная и отвечает своим свойствам. Есть удобный стандартный 3D-максовский скрипт, вернее не скрипт, а плагин, купленный в свое время у компании Splatterfish, который позволяет более, скажем так, адекватно оценивать возможности загруженной или предоставленной нам в пользование HDR-ки. На что следует обратить внимание? Ну, по-моему, по умолчанию вот так стоит, DevExpose, нам это не нужно. На что следует обратить внимание? Вот ключевая... Ключевое отношение – это тот самый динамический диапазон HDR-ки. Какую информацию из него можно получить? Ну, вот эта цифра на самом деле самая главная. О чем она говорит? О том, что всего яркости у каждого пикселя записано в 16 единицах измерения в линейном измерении цвета. То есть 16 яркостей. Это очень мало. Сейчас, когда я готовился к стриму, я, соответственно, проковырял много форумов для фотохудожников и как понимать вот эти единицы яркости, в котором измеряется HDR-ка. Ну вот, мы смотрим, видим 16
да, то есть наше число, максимальная яркость HDR-ки. И что мы можем, какой вывод сможем из этого сделать? Что в 16 вот этих единицах, раз, два, три, четыре, пять, шесть, всего шесть укладывается экспозиционных чисел, то есть expose value. Что такое экспозиционное число? Ну, это измерение яркости фотоаппаратов. Почему мы можем сделать, какой мы сразу можем сделать вывод? Эта HDR-ка не годится, в принципе, для адекватного отображения Солнца по одной простой причине, что Солнце, полный диапазон Солнца мы можем захватить только используя, дай бог памяти, по-моему, 18 экспозиционных чисел. Откуда вообще все эти цифры? На самом деле это все просто и объяснимо. Ну, долго ходить вокруг да около не буду. За нас уже давным-давно все померили. И вот смотрим. Солнечный свет равен 10 тысячам люксов на квадратный метр площади какого-либо объекта. То есть с такой яркостью светит Солнце. И чтобы захватить этот динамический диапазон, да, нам понадобится следующее экспозиционное число. То есть 10 тысяч 7, ну и округлим 0,0. Вот 15 экспозиционных чисел. И соответственно мы, опять же, пользуясь значениями, которые получили в файле, понимаем, что у нас Солнце здесь просто не будет адекватно работать и не будет давать адекватные светильники. Я протестировал куча различных сборников и могу сказать одно, что более-менее адекватно настроенное, вернее, адекватное качество света от солнечного диска можно получить при значении 256 и выше. Значение меньше 256 в HDR-ке можно даже не рассматривать. Можно даже не рассматривать. 107 у Солнца FreeRacer, ты о чем? 107 тысяч люксов, да, это примерно так и есть. Так вот, то есть, имея такое вот положение вещей по динамическому диапазону в линейном измерении, мы можем принять уже решение, стоит ли с этой HDR-кой работать или нет. Тут скрипт, вернее, плагин немножко подглючивает, и, соответственно, надо обнулять значение, чтобы получить более полноценную информацию о HDR-ке. Так вот, 256. Опять же, это основываясь на собственном опыте, да, это уже более-менее адекватная величина динамического диапазона, который нам позволит более-менее получить хорошие тени. Я сейчас ее открывать уже не буду. Данная HDR-ка у меня открыта. И результат рендеринга мы видим на экране. То есть темное все и непонятно, как отображается и как с этим быть. Чтобы решить этот вопрос, сперва, опять же, в теорию настройки экспозиции для дневного света у нас есть следующая табличка. Она, в принципе, в разных вариациях отображается на различных форумах, то есть можно забить там expose value table и получить информацию, с какой правильной экспозиции можно, какую правильную экспозицию выставлять для той или иной ситуации. Ну, я уже предварительно как бы подготовился к стриму. У меня получилось, что для такого положения Солнца, как у нас, подходит экспозиция 13,5 экспозиционных чисел. Я это число вычислил с помощью VRayLightMeter и за основу взял
дневное солнце Верей Сан и Верей Скай, то есть связку Верей Сан, Верей Скай. Не верить солнцу Вереевскому нет на то оснований, опять же, по одной простой причине, что я не поленился и также провел замеры для различных положений солнца относительно времени суток. То есть брал замеры и вот смотрим максимально пиковое значение солнца 104-500 в стандартных настройках связки Верейсан, Верейскай. Что по сути попадает в реальность, да, то есть вот замеры реальности, солнечный свет дает 107 единиц, 107 тысяч люксов, то есть все, можно сказать, что мы верим в Верейсан, связки Верейсан, Верейскай и экспозицию настраивать по ней самое логичное. И, соответственно, смотрим, да, сравниваем ХДР-ка и Верейсан, Верейскай. Тени, попал там плюс-минус тени, размытие, то есть все настроено и экспозиция выставлена по Верейсан, Верейскай. Задается, осталось задаться вопросом, как подобрать корректный множитель для ХДР-ки. Ну, здесь нам в помощь, соответственно, как я бы назвал на английском, lazy setup, то есть быстрая настройка экспозиции. В V-Ray это активируется следующим образом, то есть ставим галочку в чекбокс и при рендеринге, то есть сделали там тестовый рендер с HDR-кой, с правильно выставленным экспозиционным числом, да, то есть согласно табличке, где она, ну, скажем, согласно этой табличке. И подбираем следующие вещи, то есть экспозицию крутим и определяемся, какая яркость нас устраивает. Ну, чтобы это, скажем так, более точно захватить, есть смысл отключить Force Color Clamping и выставить яркость до максимальных значений, когда у нас начнут появляться артефакты пересвета. И если сравнить картинку связки Верейсан Верейскай, видим, что здесь у нас по настроенной экспозиции через V-Ray Light Meter у нас тоже есть небольшие артефакты. Вот. Ну и мы будем также ориентироваться, пусть будет так. То есть вот мы получили некую цифру 5. Ну, эта цифра, я скажу сразу, эквивалентна как раз экспозиционным числам. То есть нам нужно подкрутить яркость на эти 5 экспозиционных чисел у HDR-ки. То есть, соответственно, сделав вот этот замер, по сути, на глазок, мы переходим в настройки HDR-ки. То есть, вот наша искомая HDR-ка. Я скопирую ее. И открою. Так, dry field. Вот. И наше значение, которое мы установили в экспозиции через фрейм буфер, нужно ввести с отрицательным знаком, то есть минус 5. Тем самым мы откалибровали HDR-ку под наши задачи. Все, и открываем HDR-ку. Более ничего не требуется. То есть сделали первый прогон HDR-ки с множителем единица, да, ну, то есть не с множителем, просто дефолтное состояние HDR-ки. Подкрутили экспозицию и это обратное число, то есть отрицательное число, забиваем в HDR-ку. Ну и соответственно тестовый рендер я уже делать не буду. Вам придется поверить на слово, либо провести самостоятельные тесты. За исключением разницы в балансе белого, то есть и разницы как бы светотеневого решения, то есть у HDR-ки более сочные тени и прочие как бы моменты, нежели чем просто у градиентного V-Ray Sky неба. То есть тем самым мы получили адекватно откалиброванную HDR-ку относительно
V-Ray Sun и V-Ray Sky. То есть получили точное значение. Соответственно, как быть в целом, да, в работе. Если работаем с экстерьером, то сперва выставляю экспозиционное число, соответственно, подходящее для времени суток, времени дня. Его можно брать уже от, скажем так, от каких-то общих значений. То есть, вот, допустим, full sunlight, это UV15, там облачное небо 14, совсем облачное, то есть полностью затянутое 13 и так далее. То есть это не какая-то там не сверхсекретная информация, все эти значения в той или иной форме можно найти в открытом доступе и никоим образом себя не ограничивать. И после этого уже работать с HDR-кой, подгоняя ее значение, вернее даже, ну, грубо скажем, подгоняя, калибруя ее значение под текущее экспозиционное число у нас. Это залог корректной и правильной работы. Если там, для новичков, конечно. Для новичков, конечно, это может быть показаться сложно, но важно, чтобы у нас была корректная работа всех источников света, соблюдать законы экспозиции, законы, которые развивались задолго до того, как появились рендер-движки. Как открыть HDRI Load Settings? Так, быстро показал, непонятно может быть. Ну, то есть, есть у нас дефолтное состояние HDR-ки. Открываем, вернее, копируем еще раз. Выбираем повторно нашу HDR-ку. И вот здесь в разделе Setup вставляем нужное нам экспозиционное число, которое откалибрует HDR-ку под наше экспозиционное число, то есть под нашу сцену. В общем-то, все, да, то есть вот это базовое положение вещей. Что касается отдельных вопросов по качеству. Практически все HDR-ки не дотягивают своим динамическим диапазоном до реальной светимости, за исключением ряда производителей. Вот, например, я сейчас могу исковеркать фамилию Питер Гутьер или Питер Гетри. Я особо не вникаю в тонкости транслита, но в общем, кто в теме, тот знает, что это за человек. Вот он заморочился, скажу сразу, он снял с огроменным динамическим диапазоном свои HDR-ки. Сейчас примера ради открою. Ну вот там Clear Sky, допустим, и выбираем HDR-ку. Опять же, повторюсь, плагин глючит, он сохраняет предыдущие значения HDR-ки. Нам нужно просто сбрасывать это. И мы видим ошеломляющее сознание число 8000 единиц яркости. И возвращаясь опять же к табличке с нашими яркостями, смотрим, что 8000 единиц яркости можно запихнуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Практически мы попадаем уже в максимально возможную. Там не хватает буквально одной-двух. Да-да-да. Питер Гетри, наверное, все-таки правильно читать. То есть не хватает буквально двух экспозиционных чисел, чтобы получить максимально яркое, корректное солнце. И на опыте, на практике, опять же, тестируя, прогоняя все HDR-ки от Питера, я понимаю, что они в большинстве своем случаев способны на дефолтных настройках осветить сцену. То есть поэтому в своей работе, да, экстерьерщикам рекомендую использовать только эти HDR-ки и больше не смотреть ни на какие другие вещи. Далее. Ну, это касается работы с экстерьером. Потом отдельно я тестировал работу в интерьере.
того же подхода. Все также работает корректно и правильно. Важно, что понимать. То есть у нас основа основ – это изначальная экспозиция сцены. Для интерьеров это, как правило, опять же, смотрим табличку. Это Interior Light at Home. Экспозиционное число 7 и 6. Откуда ноги растут у этого числа? Да также из таблиц, где все померено, размерено и так далее. Существует, опять же, ни для кого не секрет, кто более подробно подходил к изучению вопросов с освещенностью. Существуют нормы освещенности интерьеров. Как правило, стандартный интерьер по различным там американским нормам, российским нормам, европейским, плюс-минус нормальной освещенностью любого интерьера считается 150 люксов на квадратный метр площади пола. Ну и разбег тут у различных типов помещений, то есть он может доходить, ну скажем, для адекватных единиц измерения это 1000 люксов. Более, да, там в интерьерах нет смысла ставить. Так вот, про 3D Max ниже 2006 я скажу позже. Вопрос запомнил. Если забуду, продублируйте еще раз, сейчас, чтобы не сбиваться с мысли. Так вот, вы вправе, да, для себя решить ту норму освещенности, которую вы хотите там использовать в своем интерьере. Это может быть и 250 люмен, и 150 люмен, и 300, о, вернее, люксов, и 300, и 500. И для этого есть удобный, вернее, ну, есть калькулятор, и я для себя, опять же, забил этот калькулятор в Excel-ку. И вбиваем норму, то есть вот здесь у меня представлено 300 люксов, то есть норма освещенности. Далее берем площадь помещения и поправочный коэффициент в зависимости от высоты потолка. И мы получаем световой поток. Что такое световой поток? Ну, это, грубо говоря, количество люмен, которые нужно выставить на источниках света в нашем интерьере, чтобы мы попали в норму освещенности 300 люксов на квадратный метр площади пола. То есть, если у нас имеется вот при таких размерах помещения 10 метров, при высоте потолка 3 метра и норме освещенности 300 люксов, мы получаем 360 люменов. Калькуляторы, вернее, цифры, что на что перемножать, вы можете самостоятельно найти и забить это все в люксы, если будете этим, вернее, в Excel, если будете этим пользоваться. Ну вот мы получили 360 люмен. Что нам остается сделать? 360 люмен, ну, грубо говоря, поделить там на 4 светильника. И мы получаем, что нам нужно установить в помещении 4 светильника с 900 с лампочками, которые выдает поток, световой поток 900 люмен. Все, мы попали в норму освещения, и для этой нормы освещения, то есть 300 люксов, если воспользоваться калькулятором, 300 люксов, нам как раз и выдают вот эти 6,5, то есть экспозиционных чисел. 500 люксов 7,5. 150 люксов 5,5. То есть, исходя из ваших задач, которые вы перед собой ставите, вы определяетесь с базовой экспозицией в камере, либо просто в настройках Expose контрола. Теперь контроль экспозиции, где и как работать с контролем экспозиции в 3D Max ниже 2016. Ну, экспозиционное число, оно уже все померено. Опять же, есть таблички с экспозиционными числами. То есть, определяясь с эквивалентом, скажем, 5,5, мы находим это число. Вот у нас здесь бьется 5,6. И выставляем скорость затвора, shutter speed 1.15. И
F-number 1 и 5. То есть, что это такое? Ну, опять же, на многих стримах я уже объяснял. F-number — это когда нам нужно выставить глубину резкости, а shutter speed — это скорость затвора, чтобы картинка была не пересвечена. Вот таким образом, выставив на V-Ray камере с настройки shutter speed и F-number, вы получите то же самое экспозиционное число. Поэтому так можно работать. Но в 17 максе задачу упростили. Я отключаю, неважно какой камерой пользуюсь, я отключаю Use Physical Camera Controls и использую экспозиционное число просто глобальное, и мне без разницы там из какого окна рендерить и так далее. Да, ISO 100. Все табличные данные из этой, как бы, из этой диаграммы — это для ISO-шки 100. То есть ISO по дефолту всегда 100, и мы только работаем с shutter speed и апертурой. Так вот, с интерьером, так же как и с экстерьером, то есть базовая у нас константа — это экспозиционное число, как бы рабочее для интерьера. И далее все то же самое. Мы выбираем любую HDR-ку, делаем прогон и через Expose галку во фреймбуфере подбираем нужный множитель. Кто опять же следит активно за стримами, знает, что можно уйти далеко за диапазон Expose Control, просто у нас бегунок ограничен 5. Но для вычисления мы можем вручную вбивать эти значения и 6, и 10, и так далее. То есть никаких ограничений в этом плане нет. Потом это просто возвращаем на 0, и все у нас в порядке. Таким образом, можно вычислить экспозицию любой HDR-ки в два хода. То есть сперва мы делаем тестовый прогон, поднимаем экспозиционное число и переносим его обратную величину настройки HDR-ки. Ну, давайте просто ради, как бы, достоверности всех этих данных я запущу, ну вот, скажем, какую-то любую другую, то есть не из готовых, HDR-ку. Ну вот, возьмем ее. Ну, вроде бы ничего, да, то есть 256 единиц яркости, то есть динамический диапазон вполне приемлемый, чтобы можно было попробовать с этой HDR-кой поработать. Открываем. Режим Spherical, все остальное по дефолту. Далее я сейчас за экран сброшу, чтобы не было, не маячило ничего. И максимально качественно и корректно HDR-кой мы можем осветить интерьер, запихнув ее в домку. Домка всегда по умолчанию единичка. И перетаскиваю сюда. Далее работа строится следующим образом. Чтобы не тратить время на долгий просчет вот этого первого прогона, чтобы ну просто чтобы не тратить время, я использую следующий метод. Выбираю Primary Engine и Secondary Engine в режиме Light Cache. Light Cache можно поставить на 1000 sample size, чтобы помельче был. Так, секунду. Тут баловался с десятичными знаками.
Ой, использование порталов — это отдельная тема. Мы с моими учениками все эти световые схемы подробно проговорили. Я, соответственно, не буду, скажем так, углубляться. То есть, по сути, HDR-ка, засунутая в домку, дает максимально. Ну да, вот FreeRacer прав, это масло масляное. Можно использовать портал в режиме Simple, чтобы улучшить количество цвета. Но мы тогда уже внесем дисбаланс в целом в сцену, и уже качество света будет другое. Нам придется работать с экспозицией, и они просто никак не будут уже данные такие вещи соотноситься с реальной яркостью искусственных источников света. Поэтому лучше всего HDR-ку, если мы гонимся за корректностью физической, пользуемся только домкой. Вот. Теперь отключаю retrace, отключаю префильтр, отключаю фильтр. Это мне дает возможность получить очень быстрый и наглядный рендер текущей позиции по HDR-ке. Ну, все, что остается мне сделать, это отключить color clamping. Чтобы подобрать множитель для HDR-ки, чтобы не было, опять же, пересветов от источника света, то есть от нашей HDR-ки. Поскольку у меня уже экспозиция настроена с привязкой к искусственному освещению, то есть мне останется только скорректировать HDR-ку под искусственное освещение и все. То есть здесь какой может быть подход? Мы можем пожать хайлайты. То есть, предполагая, что если мы будем пользоваться Рейнхардом, да, то есть и жать хайлайты во фреймбуфере, этот множитель будет эквивалентен множителю Берна, по-моему, у Рейнхарда. То есть, если мы хотим, допустим, поджать, немножко высветлить интерьер, то есть за счет увеличения яркости небесного света, то есть то тогда можно сперва выставить highlight blur там на 0,5, ну кто как там по вкусу, ниже 0,5 нет смысла настраивать, и уже экспозицию подкрутить до каких-то больших значений. Если там будем жать до 0,25, экспозиция, соответственно, у HDR-ки еще может быть поднята. Ну вот давайте решили, что будет 0,25. Вот мы получили некое число 1,3, и его же забиваем в нашу HDR-ку. Я ее не копирую, я ее уже просто изменяю. Так, где она у меня? То есть через setup было 1,3, нам надо выставить минус 1,3. То есть все, HDR-ка откалибрована под наши задачи. Естественно, она не будет уже соотноситься с реальным небом, поскольку там совершенно другие множители. Но в рамках работы именно с интерьерами мы подбираем именно корректный множитель, который нам позволит комфортно осветить интерьер согласно наших задач. FreeRacer, давай, жги по поводу темы, пока я заканчиваю настройку. Сейчас, секунду.
А, мне не надо отключать экспозицию, она пусть остается таким образом. И теперь главное не забыть все вернуть на свои места. Уже нет смысла делать тестовый прогон. Я этот метод, этот подход уже протестировал на куче производителей. С уверенностью могу сказать, это работает во всех 100 случаях. Если HDR-ка имеет динамический диапазон, начинающийся от 256. Сейчас покажу весь интерьер, только завершу начатое. Я не знаю, присутствует, не присутствует на стриме Борис Кулагин. Он высказал, вернее, у него есть, насколько я понял, свое решение по работе с множителем HDR-ки. Было бы интересно его услышать, если Борис здесь. Ну вот, результат не заставил себя ждать, то есть все. Мы подобрали. Нет, HDR-ки все открываются именно через стандартное окно Bitmap. Это позволяет работать с экспозицией HDR-ки. Потому что, ну, наверное, в Академ пропустил начало стрима, потому что вереевский множитель измеряется в непонятных, по крайней мере, на текущий момент, попугаях. Я попробую погонять, потестировать, сравнивать экспозицию HDR-ки и мульт у V-Ray HDRI ноды, но сильно я сомневаюсь, что какие-то будут меняемые. Да, так получилось. Случайно, как бы в пользу вашей просьбы, Кирилл. То есть HDR-ка меряется в мультах, никак не привязанных к экспозиции, да, то есть, и, соответственно, работать, подбирать какой-то корректный множитель для меня, да, в данной схеме не получается, ну, возможным. Вот и все. Теперь по поводу просьбы FreeRacer. Ну, вот весь интерьер. Обычный интерьер и ничего в этом сверхъестественного нет. А, ну хорошо, жду. Давай, пиши. Что я думаю об воссоединении? Никакого воссоединения не было. Воссоединение это когда кто-то расстался, а потом они соединились. Просто-напросто говоря простым языком. Чаусы купили корону. Корона продалась Чаусов. Что я по этому поводу думаю? Что меня заинтересовало из анонсов этой встречи? Что, не знаю, как зовут главного там корониста, Ондра или не Ондра, их команда будет дорабатывать Dome Light. Это очень перспективно, это очень интересно, потому что сейчас Dome Light дает не очень качественное как бы по количеству, ну, как сказать и сформулировать, не очень качественное освещение, то есть оно по факту шумное. И когда V-Ray это еще был сабдивный, то есть не было бессабдивных решений.
то приходилось назначать много сабдивов, чтобы получить качественное освещение от HDR-ки. Сейчас рендер бессабдивный, но все равно при всех настройках HDR также дает очень шумный результат. То есть нужно накручивать сэмплинг у движка. И вот этого нововведения, да, то есть доработки HDR-ки я очень жду, потому что, по сути, HDR-ка это самое простое и самое очевидное освещение для интерьеров и экстерьеров. Все остальные схемы, они достаточно, будем называть эти вещи своими именами, убогие, да. V-Ray Sky, он дает просто градиент с небольшими там вариациями. Короновский Sky то же самое. Вот. А какие перспективы? Я не знаю, мне на самом деле наплевать, какие перспективы у Короны. Я думаю, что если Чаосу купили Корону, то все равно при всех раскладах V-Ray, Корона, шансов загнуться у Короны намного больше, чем у V-Ray. Да? Но мне это все равно, потому что лично для меня V-Ray как открытая книга, и здесь все есть, и все возможности, просто надо ими пользоваться, уметь. Так, теперь фрирейсер. Да, есть такое. Да. Ну, это да, я такой подход использовал, но я не Plane, а я V-Ray Plane подкидывал на интерьерную сцену, чтобы был отскок небесного света. Да. Все верно. Это можно дополнительно действительно улучшить отскок. Но это уже пойдет вторичка. Вторичный отскок, то есть добавит больше света в интерьер. Тут это не дедовский способ, это нормальный способ. Просто не все HDR-ки действительно имеют землю. У Питера земли нету, там идет черное месиво какое-то непонятное. То да, в этом имеет смысл. Ну и в принципе тема паблика HDR-ки отлично работают с Mate Shadow с материалами. Вот переключимся просто для примера. Вот наша HDR-ка яркая. И сейчас я сделаю тестовый прогон нашей HDR-ки. Где она у меня была? То есть вот наша яркость. Нам ее надо забросить. Сюда для бэка и сюда для получения директ лайта. Вопрос плохо. Ну да, если они в Doomlight. Ну, вопрос плохой проработки теней, скажу, это косяк некачественной HDR-ки. Вот далеко за примером ходить не надо. Делал HDR-ку, использовал HDR-ку, по-моему, 16 по динамическому диапазону. То есть тут видно, да, какой контраст. Те тени, которые мы видим на самой HDR-ке, они соответствуют, вообще никак не соответствуют той тени, которая отбрасывает наш кубик. Поэтому важно обращать именно внимание на динамический диапазон, который, повторюсь, уже дает более-менее качественную светотень, начиная со 256. Вот эта HDR-ка, с которой мы сейчас работаем, как раз обладает этими качествами. Так, я ее вроде все кинул сюда. И на V-Ray Plane я назначу Mate Shadows материал. Ну, как настраивать его не надо, то есть объяснять. Все тут по дефолту, только кликнуть галочки в V-Ray MTL Wrapper. И назначаем его на наш V-Ray Plane, чтобы мы видели бэк. Все, запускаем на рендер.
Все прекрасно, отлично работает. То есть, если сопоставить контрастность тени с дальним планом, то видим, что от елок, от деревьев тени такие же темные и черные. То есть, все только упирается в качество динамического диапазона у HDR-ки. То есть, малый диапазон вам не даст ничего хорошего. Есть как бы решение, когда можно вытянуть HDR-ку. Я тебе объясню отдельно про экспоз-валу чуть позже. Есть отдельные способы, когда HDR-ку, ну, в настройках, когда начинают занижать исходную гамму, то есть повышать контраст. Ну, в интернетах этот баланс идет от 0,7 там до единички, кто как, то есть по вкусу настраивает. Но результаты от этого не становятся лучше. Проще забить на некачественную HDR-ку и не более того. Что касается, не согласен с установкой экспоз-валу. Почему? Тогда следующий вопрос. А пока ты на него отвечаешь, я скажу другой момент. Я опять же все померил, да, чтобы сопоставить единицы измерения. То есть сейчас у меня используется для освещения только HDR-ка, да, подобрана именно под экспозиционное число, которое я настроил по Daylight System. Сейчас солнце Вереевское отключено. Это да, но это уже идет как бы локальная специфика. Понятно, что я с одного ракурса настроил, когда у нас гуляющая камера, то там уже можно поиграться плюс-минус вверх-вниз там одну-две экспозиции. Вот. Но при этом концепция не меняется, то есть множитель также можно подобрать, исходя из этого. Но и все. Но опять же, если интерьер грамотно освещен, то есть когда свет равномерно заливает всю плоскость, то есть когда дизайнер включил голову и рассчитал количество светильников относительно площади, относительно норм освещенности, то по факту в любой точке интерьера экспозиция у камеры плюс-минус должна совпадать. Ну, может быть, там плюс 0,5 экспоз-валу поднять или минус 0,5. То есть у меня как бы в этом плане четкая и точная позиция. Теперь отдельно снова про экспоз-валу. Есть инструмент VeriLightMeter. И дефолтное состояние HDR-ки. Вот давайте просто пробежимся. Вот подгруженная HDR-ка. Нет, где она? Вот она. Я опять же уберу меню. Закидываем в домку ее. И делаем. Ну, я не смотрю там, что мне сделал дизайнер. Я в любом случае пытаюсь сбалансировать освещение по всему интерьеру. Тут уже как бы вопрос чисто как бы подхода к организации собственной работы. То есть придется подгонять, вернее, не то, что придется, я подгоняю как бы под нормы освещенности светильники и чтобы получать более-менее ровная освещенность по всему интерьеру. Я не батч-рендер использую, а я обычно анимирую камеру, и она у меня гуляет по всему интерьеру, потому что, опять же, требования моих заказчиков это Full HD формат, горизонтально ориентированный. Ну и в посте, да, вот Кирилл прав, можно и в посте вытянуть. Так вот, воспользовавшись VeriLightMeter, мы видим, какие замеры нам дала как бы солнечная, как бы HDR-ка. 9000 люксов, ну, с натяжкой 1000 люксов. То есть по этому замеру, если мы выставим экспозицию 8,5, то мы по факту сделаем настройку камеры,
которая у нас будет находиться в диапазоне интерьерной съемки. Что есть неверно и что есть как бы крайне неправильно. Нет, ну тут не трудности, а тут как бы, как тебе сказать-то? Это, скажем так, уровень профессионализма может быть, когда и уровень комфортно, то есть рассчитать это все в два клика делается, то есть берется там отдельно взятый кусок сцены, да, то есть какой-то там коридор 3 квадратных метра, задается, а норма освещенности не меняется по всему интерьеру, то есть, допустим, определиться, что у меня интерьер будет, неважно, туалет, там, коридор или все эти пространства открытые, поставил норму освещенности 300, выбрал отдельно взятый фрагмент, то есть тот самый коридор, да, узенький, там 3 квадратных метра, получил 100, там сколько, 1000 люмен. Так вот, эти 1000 люмен можно раскидать на несколько кривых, ой, кривых, на несколько источников света, вот и все. Теперь, то есть сразу понятно, что HDR-ка некорректно работает. Теперь то же самое значение HDR-ки, которую мы установили, скажем так, по моей методологии, да, то есть по калибровке. Считаем. Тут же, в принципе, FreeRacer чисто вопрос подхода и комфорта, и понимания этого всего. Кому-то это действительно, как бы, вот, не знаю, сейчас 30 человек практически на стриме, кому-то это покажется, ну, мутью несусветной. Но лично для меня, вот, когда я погрузился в эту глубину, да, скажем так, работы со светом, лично для меня все вообще встало на места. То есть никаких проблем теперь с освещением вот у меня с интерьером не вызывает. То есть, что бы там ни навертел дизайнер, какие бы он там светильники ни навтыкал, да хоть их там 700 штук будет светильников, я в любом случае выставлю свет так, как мне надо, потому что знаю как бы, ну, основы. Ну вот, мы получили замер 31 тысяча. И это уже куда ни шло. То есть мы выходим на диапазон экспозиции. Так потому что если мы экспозицию в камере, так мы ее и выставляем относительно световой ситуации. Ну вот. FreeRacer, не сбивай меня, мне надо мысль закончить и стрим уже подвести к концу. Вот мы пришли 13,5 число экспозиционно, и теперь нам это число надо просто, ну так скажем, для верняка сравнить с вереевским небом и солнцем. Я делаю следующее, запихиваю, да, чтобы у нас VRaySky работала на Direct. Запихиваю VRaySky в слот Direct, ой, вернее, в слот текстуры у домки и активирую наше солнце. И также делаю прогон по VRay Lightmeter. Естественно, я уже предварительно делал тесты, я знаю, что совпадение будет плюс-минус погрешность в 4000 люмен, что в принципе допустимо для такой, скажем так, средней точности, ну, 35. И при конвертации, опять же, мы получаем то же самое экспозиционное число, то есть плюс-минус там как бы не влияет. Поэтому данный подход имеет право на жизнь, и он максимально корректен.